Здравствуйте, Федор Иванович. Здравствуй, Личков. Что ты на работу вырядился, как Петрушка? Не моя смена, Федор Иванович. Слушай, Личков, если ты хочешь со мной разговаривать, то не прячь свои глаза за эти черные очки. Как же так, Федор Иванович, для конспирации. Для чего? Для конспирации, мне все известно. А ну-ка, сними очки. Что тебе известно? Кое-что. Разрешите начать следствие? Следствие? Наблюдение. Наблюдение? Разрешите идти, товарищ старший лейтенант? А ну, иди, иди. Здравствуй, Василий. Здравствуй, Федор Иванович. Что это ты рано с работы ушел? Да я на работе. На склад ходил. Клапана меняю. Да вот, попить захотелось, жарко. Ну что ж, я тоже за компанию попью. Налейте мне кружечку квасу. А квасу нет. А что же он пьет? Пиво. Ах, пиво. А, пиво. Мне вот на работе пиво не полагается. Ну ладно. Значит, не состоялась у нас компания-то. А ты клапаночки собери, а то их на работе ждут. Здорово, молодцы. Здравствуйте. Здравствуйте. Беда, Федор Иванович. Кассира ограбили. Да, это мы знаем. Прошу вас, присаживайтесь. А вот сколько денег взяли, это вопрос. Весь аванс. 3700. Хорошо взяли. Иван Иванович, я попрошу вас, вы отпустите сотрудников работать, а мы тут немножко поговорим. Товарищ Свиридов, пожалуйста, сюда. Товарищ Попова, пожалуйста, сюда. Вступайте, товарищ, продолжайте работать. Иван Иванович, а вы вот здесь запишите. Хорошо. Значит, кассирша товарищ Попова. Расскажите, как было дело? Человека убили! Убили человека! Убили! Убили! А Минский, да, из-под носу банду упустил. Видимо, банда завелась. Вот и человека убили. Человека убили, банда завелась в деревне. Какая банда? Анискин-то не дает ей рыбы ворованной торговать. Вот она и орет. Какого они роста были? Ну, примерно вот такого. Такого? Да нет, да я не вам. Да. Да вот по эту пуговицу. Вот. По эту пуговицу? Вот. Да, это вот значит так. Примерно 1.50 м. Да, 1.5 м. 1.5 м, ага. Сядьте. Сядьте, свидетельница Попова, сядьте, отдохните, не волнуйтесь, я пока поговорю со свидетелем мужского пола. У них было оружие? Пистолет. Да? Пистолеты и на голове чулки. А, чулки, это вы стоп. Насчет чулок я поговорю со свидетельницей женского пола, вы сядьте. Так, какие чулки у них были на голове? Черные капроновые. Капроновые. Вот Анискин. Вот родную деревню до чего довел. Вот народ до чего довел. Что в деревне банда завелась. Тише, тише, тише. Ну, Федор Иванович, теперь тебе на пенсию. Какая банда? Где банда? Ты толком говори. А такая банда. Что человека убили, зарезали, 15 тысяч взяли. Стой! И... Молчи. Садись. Говори. Ты можешь спокойно говорить? Кто тебе это сказал? Да никто не сказал, только я сама слыхала. Как Маринский, Сережка, моему Гошке про смертоубийство, про банду это говорил. Не болтай ты, пожалуйста. Как твоего сына зовут? Сережка, а Маринская Гошка. Да. А ты все наоборот говоришь. Ой, Федор Иванович, что-то я не могу сидя рассказывать. Не можешь? Ну бегай тогда, бегай, пожалуйста. Так вот я сама слыхала. Ну. Так мой Сережка, да, с Маринским Гошком разговаривали насчет убийства и про банду. Я это в сельпо собралась, меч, за солью. Только, значит, выхожу, они что-то шепчутся. Стой. Я за ими. Стой, стой. Вы пишите, Иван Иванович? Пишите.
Пиши, пиши. Вот что люди добрые. На прошлом вторнике у меня 55 копеек пропало. Лукерья, Лукерья, я тебя штрафанул, если ты будешь не по существу говорить. Ты мне расскажи, что Мариинский Гошка твоему Сережке говорил. Так мой Сережка спрашивает Мариинского Гошку. А что, говорит, сделали с убитым-то? А Гошка так хохочет и говорит. А его так, что ни одна живая душа не найдет. Все сказал? Все. Так, значит, он хохочет? Да. Хорошо. Спасибо, Иван Иванович. Так, Иван Иванович, значит, пока мы вот поедем на место происшествия, вы, пожалуйста, гражданку Сузгину задержите здесь, а то ведь через 5 минут вся деревня будет сзади. Стой! Опоздал, Федор Иванович! Куда ты? Я ж по деревне-то бегла! Стой, тебе говорю! Балабок. Сережка Сузгин и Гошка Марьин. Ну, долго еще отпираться будете? Да нет, я хорошо знаю Георгия и Сергея. Они честные, правдивые мальчики. Хорошие мальчики. В нем 60 кг будет. Гошка, сколько ты весишь? Хоть огнем пытайте, все равно ничего не скажу. Мамка моя все выдумала. Она на одно ухо слабая. Вот ей все и послышалось. Федор Иванович. Да? Позвольте мне поговорить с ребятами наедине. Может быть, ваша форма их... Это все верно, Яков Власович. Вам наедине с ними поговорить надо, но сейчас у нас нет времени. Это потом. Слушай, Гошка, что же ты у Фантомаса? Командир? Или в курьерах бегаешь? У какого Фантомаса? Никакого Фантомаса я не знаю. Мамка моя все выдумала. Она на одно ухо слабая. Вот ей все и послышалось. Попугайчик ты мой дорогой. Любишь мамку? Ну ладно. Пойди-ка сюда, попугай. Покажи директору школы, что у тебя на пальце написано. А может, не надо? Нет, надо, надо. Покажи, покажи. Здесь написана буква F. Что это значит, Сережа? А это значит, Яков Власович, что они из Фантомасова войска. Ну-ка, давай твою руку. Вот, смотрите. У них у всех это написано. Вот поэтому они и молчат. Язык прикусили. Фантомаса боятся. Они теперь ведь ничего не скажут, нет? Потому что они трусы. Ну что ж, трусы, ступайте домой, только быстро. Марш! Здравия желаю, товарищ начальник. Здравствуйте, Федор Иванович. Чем обязан? Да вот, понимаешь, тут дельце есть небольшое. А ну, заходите, пожалуйста. Прошу. Тут, товарищи, такая история приключилась, что вот этот самый гражданин Апанасенко учинил в райцентре пьяный скандал. Ну,
Милиция, естественно, составила протокол, который я вам и передаю. Так вот, товарищи начальники, меня шибко интересует, что вы скажете по этому поводу? Ну, что я могу сказать? Василий Апанасенко хороший работник. В числе лучших, работает на совесть. Да вы же сами его с детства знаете, Федор Иванович. Раньше-то он выпивал? Бывало. Но пьяных дебошей никогда не устраивал. Так вот, меня интересует, какой же ход дадим этому делу, товарищи руководящий треугольник? Так ведь ход дать легче всего. Мы же все-таки бригада, мы должны сами побеседовать с ним. И потом, по-моему, Василий Апанасенко сожалеет о том, что не сдержал себя. Посмотрите на него, как в воду опущенный стоит. Вы, конечно, товарищи, понять меня не можете. Я вам тоже всего рассказать не могу, потому что мундир на мне. Но я грабителей не поймаю, пока не разберусь с Василием Апанасенко. Вот, понимаете, он сейчас работает. Одного понять не может, что дело через него происходит. Так что вы посоветуйте с коллективом. Я вас очень прошу, не надо нажимать. Ладно? А? А я вас дожидаюсь, товарищ старший лейтенант. Тебе чего, Лютиков? Чего узнали? Какие хочешь очки надень, я тебе всегда узнаю. Сними очки. Это что у тебя? Зубы болят или флюс? Хуже. Товарищ лейтенант, в связи с ограблением с главкантошки кассирши приготовил вам докладную записку с моими наблюдениями. Чего приготовил? Записку с наблюдениями. Разрешите сообщить? Не сообщай. Только, Федор Иванович, давайте отойдем в сторонку, чтобы тут один человек не заподозрил. Это кто же? Апанасенко? Да. Ну, давай отойдем. Сообщаю. Подозреваемый Апанасенко вчера работал со мной в вечернюю смену, но с 18 часов до 21 часа 40 минут на буровой отсутствовал. Тогда? С 18.00 до 21 часа 40 минут. Спрашивается, где был? Отвечаю. Принимал участие в ограблении сплавконторского кассира. Что-что? Принимал участие в ограблении сплавконторского кассира. Возможно? Возможно. Косвенные улики. Подозреваемый Апанасенко склонен к проведению выпивок? Склонен. А человек он семейный. Значит, денег на приобретение алкоголя у него нет. Все. Все, значит. Так. Тогда, да что же, это возможно. Возможно, гражданин Лютиков. Только у меня к вам есть два вопроса. Между прочим, где вы вчера, вы сами, находились между 10 и 11 часами утра? В деревню вы не ходите, за девушками, насколько мне известно, не ухаживаете, друзей у вас нет. Ну, это ничего, это так, во-первых. Во-вторых, накануне вечером вы посетили контору сплавного участка, где могли слышать разговор о том, что кассирша поедет за деньгами. Вот вы мне объясните, зачем вам, геологу, находиться в конторе сплавного участка? Зачем? Федор Иванович. Да. Ну, я там был. Я там был. Вы были там, были. Ну нет, ах, а, так я ж там был потому что... Вот. Вы были потому нет. Что потому... Да я был там... Потому что вы не знаете, что вам придумать. Знаете, вот, дайте тебе подписку о невыезде. Дайте. Вы что, серьезно? Да, серьезно. Вы, понимаете, ловкий парень.
Лютиков. Ишь ты, какую, понимаешь, придумал затею наводить тень на плетень. А потом мы вас для допроса вызовем отдельно. А сейчас вы ваши очки оденьте, а то у вас что-то глазки бегают. Любовь, Евдокия Миронна, такое чувство, которое любовь свободно мир чарует, как у известного композитора сказано. Без любви, Евдокия Миронна, и заяц, извините, скакать не может. Я только не понимаю, кто это заяц? Я, что ли? Я зайцем, как говорится, Евдокия Миронна, себя чувствую. Мне без вас, Евдокия Миронна, как аккордеону без клавишей, зарез и полная погибель. Не отвергайте мои богатые чувства, как говорится у Островского. А.Н. Не отвергайте, Евдокия Миронна. Геннадий Николаевич, поговорим об Островском потом. А сейчас у меня перерыв кончается. Давайте репетируем. Меня и на репетиции, Евдокия Миронна, ваше присутствие вдохновляет. И на горочке сидели, за рекой цвели сады. Три зимы, как три метели, за окошком пролетели. Пролетели три метели, замели твои следы. Стоп! Секундочку. Голос вы имеете. Внешность у вас в наличности. Но где чувства? Вот я вас спрашиваю. Элеонора. Элеонора. Где чувства? Где? Что такое песня? Песня – это чувство, без которого человек жить не может. А почему человек не может жить без чувств? Да потому что без чувства он жить не может. Геннадий Николаевич, как вы всегда красиво выражаете? Продолжим со второго. И вдвоем. Кто? Рая, да? Ну, хорошо. Только умоляю, почище. Ты собрался в путь дорожку, солнце село за рекой, третья осень за окошком, дождик сыплет с огорожком, то полоску, то горошком, а на сердце небокой, то полоску, то горошком, а на сердце небокой. Я осталась ждать привета, ждать привета твоего. Наступило третье лето, получила три привета. За три лета три привета, ну а больше ничего. За три лета три привета, ну а больше. Томас разбушевался. Дядя Низкин. Спрятались. Вы чего здесь делаете? Марш отсюда. Вы знаете, Яков Власович, кого мальчишки испугались? Наверное, вас, Федор Иванович. Нет, вот кого не испугались. Я, Яков Власович, не могу вам всего раскрыть. Вдруг могу ошибиться, так что вы... Стоп. Яков Власович, я сейчас пойду за завклубом, а вы пока пройдите в его кабинет и подождите нас. Хорошо? Хорошо, давайте.
Совсем интересное дело получается. Да? Да. Что же это такое? Куплеты? Нет, что куплеты, это я слышу. А ты, Дуся, лихо пляшешь. А что ж тебе, про рябину спел уже? А это кто ж такой? Анискин, что ли, а? Ну, так сказать, сценическая гипербола. А гипербола? Какая гипербола? А это что такое? Фуражка? Нет, что фуражка, это я вижу. А я спрашиваю, какого образца? Какого образца? Вот. Куплеты поете, критику наводите. А что фуражка старого образца не знаете? Петь куплетики это всякое может. А, Эдик, пойди-ка сюда. Ну-ка, давай музыку. Все куплеты я прослушал, никуда не годные. А фуражку носит он старую, немодную. Браво, Анискин, да? Браво. Спасибо, спасибо. Вот в следующий концерт можете меня пригласить. Учтем, Федор Иванович. Так, одну минуточку. Товарищ завклуба, временно прекратите репетицию, мне нужно с вами поговорить. О. Перерыв, товарищ. Пожалуйста. Прошу, Федор Иванович. Геннадий Николаевич, давай-ка посмотрим твои афиши кино. Пожалуйста. Что у тебя гнали 2 августа? А, минуточку. 2 августа. Фантомас. Правильно, Фантомас. А 10-го? А 10-го Фантомас. Утром и вечером? Нет, только утром. Вечерний сеанс мы сняли и поставили Анжелику Маркизу Ангелов. А, Анжелика Маркиза Ангелов. Тоже неплохо. 26-го? А 26-го тоже Фантомас. Правда, он разбушевался. Другая серия. Так, 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 понимаю. Геннадий Николаевич, что же это такое получается? Вот ты заведующий такого шикарного клуба, а у тебя сплошное Фантомас, а не кино. Да и то Фантомас какой-то разбежался. Разбушевался? Разбушевался. Я совершенно растерян, Федор Иванович. Но сам нахожусь в недоумении, поставлен, так сказать, перед затруднительным фактом. Как говорится в драматургии, сдаюсь на милость победителя. А вы не сдавайтесь. Ну что же, так сразу и сдаваться. Когда сдаваться надо будет, я вам скажу. Вы что же за этими картиночками в райцентр? Сами ездите? Нет, почему же, за картинами ездит главный механик Голубков, это его обязанность. А, Голубков, а. Может, вы попросите сюда Голубкова? Бегу, Федор Иванович. Вот такой факт получается. Федор Иванович, да? Разрешите посмотреть ваши записи о просмотрах фильмов? Пожалуйста. Так, За год различных фильмов про Фантомасов демонстрировалось 32. 32 раза. Да. Да. Мы этого не замечали. Ну, в школе столько дел, что тут уж не до сеанса в клубе. А как же это могло произойти-то? Григорий Петрович! Здравствуйте, здравствуйте, дорогой. Садись, пожалуйста. Садись, только лет, столько зим не видались. Сядем рядком и поговорим... Лотком. Лотком, правильно. Ну, а вы, товарищ заведующий, хотите стоять, стойте. Хотите сидеть, садитесь, но только не молчите. Как начальство вы должны спрашивать, вопросы задавать. Я пригласил вас, Григорий Петрович, для того, чтобы сообщить вам, что общими усилиями... Я правильно говорю, Федор Иванович? Абсолютно правильно. Но золотые слова – общими усилиями. Чтобы общими усилиями выяснить, как и каким образом в нашем клубе в августе месяце 4 демонстрировался фильм о Фантомасе. Я, конечно, так культурно говорить, как, значит...
заведующий клубом не могу, но, Григорий Петрович, у меня к вам есть вопросик. Почему вы берете больше картин, где дерутся, грабят, воруют, полно шпионов? Так ведь план, Федор Иванович, план. Слышали такое слово? Видите, Федор Иванович, фильмы бывают коммерческие и, так сказать, некоммерческие. Значит, которые дают деньги, которые не дают деньги. Вот именно. Понятно. Можно вас на минуточку? Вот скажите, пожалуйста, а почему тогда вам не взять, скажем, вот этого Фантомаса и поставить вечером один раз? У вас план будет выполнен. А то ведь вы почти заладили чуть ли не каждый день. Какой же тут план? Ну, сколько, например, 10 августа у вас был сбор? Какой? Ну, вот. Не знаете. А я вам сейчас скажу. Вот, например, скажем, 26 августа из 400 мест, у вас ведь 400 мест. Да, 400. Было продано всего 60, и то ребятишкам, с которых вы берете по 10 копеек. Какой сбор у вас был? 6 целковых. 6 целковых. Это значит первый факт. Теперь второй факт. Вот в соседней деревне никаких фантомасов не показывали, но на всех сеансах все билеты были проданы. Факты поразительного значения. Это просто факт действительно поразительного значения. Только, Федор Иванович, что у них... Не надо. Мы вас больше не беспокоим. Большое вам спасибо, дорогой. Идите в вашу будочку, а то ваш помощник, глядишь, понимаете, и будет казать фантомаса вверх ногами. Идите. Извините, что мы вас побеспокоили. Ничего, ничего. Да. Большое вам спасибо. До свидания, дорогой. Здравствуйте, профессор Маршан. Простите. Фантомас! Фантомас! Прошу вас, профессор, следовать за мной. Осторожно, берегите голову! Обратите внимание на этих мальчишек, Яков Васильевич. Небось, на каждое кино про фантомасы ходит, а? Возможно, Федор Иванович. Фантомас! Извините. Да, это я. Фантомас! Боже мой, это невероятно! Мой приятель Фандор не обманул вас. Я действительно похитил профессора Маршана. Что вы скажете? Кто был прав? Благодаря ему я могу завершить опыты над устрашающим оружием, которым удивлю мир. Еще немного терпения, и вся вселенная будет у моих ног. Яков Васильевич, а вы ребят-то узнали? Я их всех знаю, Федор Иванович. Итак, профессор Лефевр окажется в моих руках. Посниму его документы. Я их долго ждал. Вот это да. Оно, конечно, интересно посмотреть, но все-таки надо идти, а? Такое сопротивление напрасно. Вас никто не услышит. Следуйте за нами, господин профессор. Держите его! Помоги дверь, говорят вам! Вы теперь смекаете? Да. Так вот, я вам, Яков Власович, сегодня попозже кое-что поинтереснее покажу. Буханочку хлеба. Здравствуйте. Здравствуйте, Евдокия. Здравствуйте, Глафира Лукьяновна. Здравствуйте.
Это ведь надо придумать, а? 15 000 увели. Ой, Глафира, теперь твоему бегать да бегать. Ой, а за нашего Анискина можно не беспокоиться. Он-то уж докопается. Сейчас тебе, Глафира, надо его салом кормить. Это самое верное. Я его сегодня карасями угощу. Только ты, Семен, на ошибку даешь. Не 15 000 взяли, а 3 700. Тоже ладно. Говорят, кассир, что те люди обштопали, которые банда. Сузгин их своими глазами видела, что эта банда еще одного человека ограбила, зарезала и в кедрах закопала. Насчет банды — это брехня. У Сузгиньки что ни слова, то брехня. О, слегка на помине. Ну, сейчас держитесь. Ну, дядя Лафира, теперь твоя Мишкина точно на пенсию, а? Такую банду из-под носа упустил! Они ври на честных людей, не обзывай их сплетницами. А Низкин-то злый день. Моего вот Сережку на допрос вызывал. А, еще фантомазом каким-то грозился. Сереженька, брось ты эту ерунду-то. Да брось ты. Иди, мой маленький, иди в огород, чтоб куры там не поклевали ничего. 2 кг? Ну, бабы, слушай, что говорить буду. Как только мой Сережка и Маринский Гошка с допроса-то возвернулись, я за ими незаметненько. Они в сарай, и я в сарай. Они в баню, и я в баню. И вот как подхожу я к баню. Хорошо. Ну не тараторь ты. Ну работать невозможно. И вот, бабы, что я подслушала. Сумки-то кассирши. Не одни деньги лежали. А еще и бумага. Важная. Ну чего выдумывает, ну чего выдумывает? А твой сынок Александра. Тоже. Туда же, Витечка. Вот фантомас-то и опасается. Как бы Витька-то матушкин, послав силы своего характера, все это дело не завалил. Дусь, дай мне 2 пачки соли. Бери, бери соль. Иди, иди, просолись. Язык бы отрезать этой Сузгинихи. Горбатого могилу исправит. Мой-то Федор Иванович так выражается, что Сузгиньх может быть даже душой больна, если она без сплетни прожить-то не может. Он говорит, может, ее даже надо к докторам повезти. Теперь, Яков Ласович, ты ногами не шебурши, ветками не хрусти. Надо, чтобы тихо было. Яков Лазович, надо, чтобы тихо. Ты иди на цыпочках, как домовой. Понял? По-моему, они должны где-то здесь обретаться. А? Возможно. Микрофон достали, понавыдумали всякой всячины. Вот и возьми их за 1.30 рубля. Ленька, откуда фантомас появился? С дерева? Дерево. Из кино. Фантомас прибыл. Фантомас прибыл. Так это Петька Панасенко. Как, разве это он? А вы что, не узнали? Он? Ну, конечно, он.
Резиденция Пале-Рояль. Рояль? Это какой рояль? Который транзистор? Канцелярия Молчи. Его Величества Пан Томаса. Из сообщений разведки нам стало известно, что двое граждан Фантомасии, Гошка и Сережка, находясь за границей Фантомасии, повели себя как низкие и коварные предатели. А кого они предали? Сам не знаю. Пусть предстанут передо мной изменники. Вот это да. А ты знаешь, что я... Власович, я думаю, что эта бабка, сплетница, Цузгениха, что-то слыхала про эту страшущую банду и пошла по деревне гудеть, а? Кошка и Сережка, вы подтверждаете, что сообщили противнику сведения о нас? Говорите, вам предоставляется последнее слово. Признав изменников виновными, Фантомас приговаривает их. Скажи, пожалуйста, вот черти, а? Из кино все сюда приперли. Ай-яй-яй-яй. Пале-Рояль, значит, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Яков Ласович, ну ты посмотри, как интересно получается, а? Вот этот самый Фантомас людей мучает. А зачем дядя Анискин с директором пришли? Надоел ты мне со своими вопросами. Ребята, вас там не ушибли? Нет. Ну ладно. Ну, Витька, давай свою механику. Выпускай Гошку и Сережку. Дома ищут их, наверное. Давай, давай, давай. Давай, закручивай, закручивай, закручивай. Вот так, вот. Так, вот. Что это у тебя тут, а? Что такое, а? Пойдем, ребята. Пойдем. Вот, Яков Ласович, какие пирожки носят. Ну что же, кошка, резать тебя или сам скажешь, кто это? Фантомас. Фантомас? А может, это Петька Панасенко? Нет, Фантомас. Ну, сними теплашку. Ну, узнаешь? Слушай, Петька, мне продавщица сказала, что она продала для спортивного общества урожай, для спортсменов, где, между прочим, ты тоже занимаешься, два вот таких стартовых пистолета. Так что ж, обыскивать тебя или ты сам отдашь? Ну вот видишь, видишь, какой он добренький. А ты говоришь, Фантомас. Это не Фантомас, а это Анжелика, маркиза ангелов. Слушайте, ребята, а ну-ка теперь все марш по домам. И чтобы через секунду я ни одного сопливого носа здесь не видел. Марш! И как это, Петька? Ты эту синюю глину на лице терпишь, а? Я для следственного эксперимента этой глиной руку себе намазал. Так она у меня 2 дня болела. А ты лицо мажешь. А я с постным маслом. Ах, с постным маслом? А, нет слов. Нет слов, Петька. Яков Ласович справедливо сказал, что мы ослабили работу. Правильно. Виновных искать поздно, но надо. Все виноваты. Максимализм. Да, 5 раз говорю, максимализм. Романтика. Грош цена этой романтики. Тихо, ребята. Тихо. Ну, входите. Здравствуйте. Садитесь. Я надеюсь, вы видите, что я из пионерского комсомольского возраста уже вырос.
Ну вот я думаю, что старшая пионер-вожатая разрешит мне здесь поприсутствовать. Конечно, пожалуйста, Федор Иванович. Спасибо. Садитесь. А кто еще хочет сказать? Я хочу. Я хочу сказать. Как пионер-вожатый отряда, в котором состоит Петр Апанасенко, я должен признаться, как говорится, просмотрел психологический сдвиг в его характере. Помнится, еще экклезиаст говорил. А можно без экклезиаста? Друг Гораций, не говори красиво. Который из них экклезиаст? Нет, Федор Иванович, экклезиаст — это древняя книга о добродетели. Ах, книга! Ребят, нам нужно понять, что произошло с Петром Апанасенко. Почему у него возник комплекс неполноценности и пришло увлечение ложной, бутафорской романтикой? Правильно! И нездоровое увлечение всякой детективной воровской макулатурой. Точно. Ученый народ. А я этот профессор. Философский возраст. Меня так не учили. Я готов отвечать перед комсомольской организацией. Только сейчас нужно немедленно решать, что с ним делать. Поговорите. Тихо, тихо, ребята. У меня есть конкретное предложение. Предлагаю вызвать для беседы Петра Апанасенко. Правильно. Но имейте в виду, он мой друг, я его знаю. С ним надо говорить по-человечески. Товарищи комсомольцы, можно мне два словечка сказать? Пожалуйста, Федор Иванович. Спасибо. Вот у меня какая к вам просьба, товарищи комсомольцы. Конечно, с Петром Апанасенко и Виктором Матушкиным и прочими вы все обсудите по справедливости и по-свойски. Но нельзя ли только чуточку обождать? Тут ведь такая история, которую я рассказать вам не могу, к сожалению. Ну вот, Яков Власович, он знает, что дело тут серьезнее, чем игра в Фантомаса, будь он трижды не ладен. Серьезнее, и вот как ты совершенно правильно сказал, человечнее. Так что вы погодите, пока это дело тревожить, пока сам я его не раскручу. А то мы можем столько дров наломать, а ведь в этом деле ребята... Ребята замешаны. Это я вас, как милиции, прошу. Поддержим, ребята? Поддержим. Пиши. Поддерживаем просьбу Федора Ивановича. Вот, Василий, до чего тебя твои стаканчики довели? Что на тебя в районной милиции протокол составили? Нет у вас никакого протокола. Как нет? А ты откуда знаешь? Есть протокол? Есть. Пожалуйста, вот протокол. Тебя спасает одно, Василий, что ты хорошо на буровой работаешь. Мастер-то хороший. То ты знаешь, твое пьянство горе сколько принесло. Ты взгляни на Валентину. Взгляни, на кого она стала похожа. А Петька твой? Когда ты запил, сколько в последней четверти двоек дохватал? Федор Иванович прав. Мы два раза пытались заполучить вашу школу. И оба раза вы не явились. Вы знаете, что ваш сын Петька совместно с вашим Витькой произвели вооруженное ограбление кассира сплавучастка? К счастью, пистолеты оказались стартовыми, но они похитили сумку у кассира. Петька, ты взял деньги. Да неправда это. Напраслина. Напраслина? Поклёп? А это что? Нашли? Слюнтяй, если ты произнесешь еще хоть одно слово... Яков Власович, Яков Власович, будьте свидетелем, что при виде капроновых чулок Витька Матушкин закричал «Нашли!».
Этими словами он признался в совершении ограбления. Что же это такое? Валя. После того, как ты, Панасенко, и ты, Матушкин, признались в ограблении сплавконторской кассирши, возникает вопрос. А где деньги? А? Ну-ка, отвечай, Виктор Матушкин. Ну, отвечай, Виктор Матушкин, я жду. Ни про какие деньги. Мы не знаем. Никакого кассира мы не грабили. Да, не грабили. А признание? Какое признание? Никакого признания не было. То есть как это не было? А это что такое? Я тебя, Витька, спрашиваю. Что ты закричал, когда увидел вот эти чулки? Ты закричал, нашли? Вся деревня знает, что грабители были в чулках. Вот Витька и обрадовался, что грабители нашли. Меня интересует, кто тебя учил перебивать старших? Я сейчас с Витькой разговариваю, а ты сядь. Когда ты мне понадобишься, я тебя отдельно вызову. Матушкин, говори. Никого мы не грабили. Ни про какие деньги не знаем. А вы, товарищ Анискин, можете ответить за клевету. Что же такое делается, а? Друзья, товарищи, что же это такое делается? Нет, Яков Власович, я с этими фантомасами разговаривать больше не могу. Может быть, вы с ними поговорите? У меня просто никаких сил нет. Апанасенко, Матушкин, вы же всегда были правдивы. Что произошло? Ответьте мне, пожалуйста. Мы ничего не знаем. Хорошо. Разговор окончен. Можете покинуть помещение. Завтра я вас вызову снова. Ступайте. Врут. Еще как врут-то. Но это все семечки, Яков Власович. В ограблении они признаются. А вот где деньги, по-моему, они не скажут. Знаете, Яков Власович, нам надо с вами придумать какую-то большую хитрость. Да. К обеду жду, его нету. Я его к ужину жду, я обратно его нету. Ну, чё ты, правда, сам ты? Некогда, мать, некогда. На, повесит. Не знаешь, кто кассира-то ограбил? Знать-то знаю. Только вот одного понять не могу. Кто ребят на это дело подбил? Не могут ребята сами, понимаешь, на такое грязное дело пойти. Это я с тобой, отец. Согласна я. И я думаю, с ребятишками взрослый жулик распоряжался. Ты кого подозреваешь? Да подозреваю тут, понимаешь, одного человека, только подхода к нему никак вот найти не могу. Меня здесь другое дело тревожит. Почему это Петька и Витька заволновались, когда я им... протокол показал. Какой протокол, отец? Протокол, который в раймилиции составили на Ваську Апанасенко за хулиганство. Отец,
Так ведь про этот протокол-то по деревне слух пошел, будто его тебе сплав конторской кассирши, которую ограбили, везла. С Узгиниха в магазин болтала, сорочи ее душа. И, мол, говорит, как только ты этот протокол увидишь, так ты Петькиного отца арестуешь. Что ты говоришь? Петькиного отца арестую? Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мать, так ведь это же все дело теперь меняет. Ты не знаешь даже, какую ты мне новость сказала, а? Ну, голова-то у меня. Прямо районный отдел милиции. Федор, а ешь красить. Красить я буду есть. Значит, они думали, что мне протокол кассирша везет. А я протокол по почте получил. Ну, как, товарищ Свиридов? Узнали кого-нибудь? По-моему, да. Четвертый и шестой. Значит, четвертый и шестой? Да. А вы в этом уверены? Четвертый точно. А вот шестой только по росту. Ну да, я помню, вы мне говорили 1.50 м. Да. Так, значит, четвертый и шестой. Да. Ну что же, вы свободны. Большое спасибо, простите, что мы вас задержали. Четвертый. Шестой. Товарищ Попова. Пожалуйста. Товарищ Попова. Сейчас мы вам покажем ребят. Они маскировки. Посмотрите внимательней. Может быть, кого-нибудь узнаете. Пожалуйста, сядьте. Ребята! Идите туда. Ну, узнаете? Вот этот. Какой, этот? Этот. А вот этот. Так, хорошо. Еще кто? А вы подойдите поближе, подойдите. Этот. Вот этот. Да? Посмотрите еще раз. Этот. Хорошо, сядьте, пожалуйста. Ну-ка, ребята, остальные ко мне. Снимите чулки. Слушайте, ребята, вы понимаете, что... молчок, да? Понятно? Давайте. Ну? Что же, и теперь будешь отпираться? Не будем. Мы ограбили. Спасибо. Я должен с ними буду немножко здесь поговорить, а вы сейчас свободны. Обвиняемые показали, что, забрав из машины сумку с деньгами, они проследовали в ельник, из которого проследовали. Куда, граждане Апанасенко и Матушкин, вы проследовали из ельника? В деревню проследовали. Куда же еще? Угу. Значит, проследовали после этого в деревню. А то куда же еще? А куда же еще, может, писать не надо, да? Ну да, не надо, правильно. Точка. Так-с. Устаю, ребята. От этой писанины просто ужасно как устаю. Ну что же, граждане-грабители, может быть, скажете, куда спрятали сумку с деньгами? Про сумку мы ничего не скажем. Ищите.
А ведь мы найдем, найдем. Только мне все кажется, ну почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. Только мне все кажется, ну почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. А я ведь знал, граждане грабители, что вы мне про сумку ничего не скажете. Знал. Потому что вы ничего сказать не можете. Вы боитесь. Вами руководил взрослый человек, и вот его-то вы и боитесь. Ну что же, так и запишем. А? Отдача. Отдача дальнейших показаний. Обвиняемые. Матушкин. Так-с, и Апанасенко. Отказались. Писать боялись. Не буду. Не буду. Точка. Милиция, Аниськин. Да? Да, да вот они у меня здесь сидят, да. Ха-ха. А я тоже так думаю. Да, да, да. Да, хорошо. Вот так, значит. А знаете, граждане-грабители, как мы найдем того взрослого человека, который вас на преступление сподвинул? И мне... Сам назовешь этого человека гражданин Петька Панасенко. Вот сейчас ты подбородок задираешь, Витька, смотри, подбородок задрал, презрительно смотрит на меня, прямо Фантомас. А ведь сам через 3-4 дня прибежишь ко мне и скажешь: дядя Аниськин, вот этот самый человек меня подбивал на грабеж, а? Свои блестки по лугам рассыпал. Стройные березки что-то шепчут липам. Стройные березки что-то шепчут липам. Травы не успели от росы серебряной согнуться, и такие нежные напевы почему-то прямо в сердце льются. Травы не успели от росы серебряной согнуться, и такие нежные напевы почему-то прямо в сердце льются. Thank you.
терпение у тебя, Федор. Ровно у кота, когда сидит в мышиной норы. Отдохнуть решил, что ли, отдел своих? Аль соскучился по мне? Поймать с рыбой хочешь? Так я ведь с удочкой. Нет, я тебя не ловлю. И ты рыбу на удочку не ловишь. Рыба твоя за бортом, в сетке. Бери! Не пойму я тебя, Сапрыкин. Нет, не пойму. Жадность тебя заела. Ты погляди на себя со стороны. Кому ты ворованную рыбу продаешь? А? Составляю протокол. А ведь ты хороший человек, Сапрыкин. Я тебя с фронта знаю. Разве мы тогда о деньгах думали, да? Кури, кури. Ты меня извини, Евдокия, что я задержку тебе делаю. Разговор у меня к тебе. Ну, проходи, проходи, проходи. Только ты не обращай внимания, я тут хозяйством занималась, да вот голову мыла. Ох, я знаю, что ты ко мне пришел. Ты, небось, мне чистушки просить не можешь. Я, конечно, говорил Геннадию Николаевичу, что рано еще на тебя критику наводить, а он не согласился. Когда, говорит, еще концерт будет? Если к тому времени товарищ Анискин грабителей найдет, мы этот номер из концерта снимем. А если не найдет? Неужто ты, Анискин, такой человек, что сам на других критику наводить можешь? А как тебя коснется, то ровно медведь на дыбки. А вот ты вспомни, сколько разов ты меня своей критикой до слез доводила? А ведь я на тебя сердце не держу. Нет, Анискин, узкий ты человек. Вот как эта моя новая кушетка, за которую я 53 рубля отвалила и недовольная. Неужели полсотни отдала? Скажи, пожалуйста. Да на ней спать-то нельзя, свалишься. Вот я слушаю сейчас тебя, Евдокия. И тогда глядел, когда ты частушки пела. А ты ведь артистка. И ты настоящая артистка. Тебе бы в город податься, а? Подучилась бы. Ведь таких людей в городе, как ты, раз-два и обчелся. Кто же ты может еще так спеть, как ты? Не пора ли тебе, Анискин, поработать головой, а? Нет, это хорошо. Хорошо, не в бровь, а в глаз. Только знаешь, Евдокия, я ведь сейчас к тебе не из-за частушек пришел. А чего? А чего ты волнуешься? А я не волнуюсь. Да нет, волнуешься. Ты знаешь, Евдокия, я сегодня проснулся в 5 часов утра и стал работать головой. Как ты думаешь, о чем я думал? Ну, о чем? О замшевых костюмах. Вот давай разберемся. На базе ты взяла 4 костюма, да? Один костюм купила жена начальника сплавучастка, так? Так. Вычеркивай. Второй доярка не нашего. Так? Да. Вычеркивай. Так, третий бригадирша Козлова. Совершенно верно. Бригадирша Козлова. Вычеркиваем. А вот где 4-й костюм? А? Вот об этом я и думал все утро.
Ну, Аниски, ну нет на тебя угомона. Ведь нет такого дела, в которое бы ты не встрял. Я понимаю. Нарушение правил советской торговли хочешь мне клепать, да? Да? Ну, клепай. Клепай, пиши, пиши протокол. Волнуется. Вот, изволь. Я только одно скажу. Я этот костюм хотела для себя оставить. Он мне просто очень нравится. А денег у меня нет. Думала, вот подкоплю. Может, вот еще у тебя взаймы взяла бы, тогда бы и купила. Ну, че молчишь? Пиши протокол-то, пиши. Да, костюм хороший. От такого любой мужик умом тронется. Я тебе понимаю, что тебе хочется приобрести этот костюм. И ты знаешь... Евдокия, мне за тебя обидно. Вот ты человек хороший, и продавщица чудная, покупатель тобой довольно, план выполняешь, и женщина красивая. А вот купить не можешь. Ну что ж делать? Ну нету денег у тебя сейчас, и держать нельзя, продавать надо. А вот какая-нибудь Верка Косая, как по-новому может ее фамилия? Голубкова. Вот Голубкова, да. Понимаешь? Так и в деревне она... Самая неприятная баба, и зловредная, и жадная, а денег у нее куры не клюют. И у мужа, понимаешь, кое-что имеется. Да что ты? Она ему по копейке дает, у него в кармане рубля не бывает. Сигарета стреляет у всех. Это тебе так кажется? Будьте любезны, он миллионщик. Кто? Муж. Миллионщик? Кто сказал мне? Ну, ты же мне сейчас сказал, миллионщик. Когда я сказал? Ты что ты? Черт тебя знает, сбрыкнул это так, понимаешь? Вот с вами заболтаешься, откуда ему быть миллионщиком? Что ты? Это я так сказал. Ну, ладно. Хороший костюм, хороший костюм. Ну, будь здоровы. Будь здоровы. Слушай, а ты это насчет мужа Веркиного, что я сказал миллионщик, ты забудь, это так я сболтнул. Зря. Слушай, сними ты свое это полотенце, а? Причепурься, ты ведь такая, какая. Ну, а ты меня не провожай. Причепурься, причепурься. Здравствуйте, ребята. А ты все толстеешь, я погляжу. Понимаешь, вот такого размера. Ну да, быть не может. Да нет, это правда. А вы, ребята, по какой причине возле школы околачиваетесь? Вы ведь во второй смене? Вам что, уроков не сдавали? Мы сделали, дядя Нестя. А, сделали. О, какая красивая надпись. А ну-ка, прочтите, что написано. Новым учебным годом, ребята! Ребята! Я с вами поговорю немного, так что подождите. Еще одну вышку поволокли. Если так дальше пойдет, то скоро мы будем как город... Баку. Баку, правильно, Ромка. Садитесь, ребята. Слушайте, ученый народ, берите свои ноги в руки и скачите на вышку. Там найдете гражданина Лютикова. Ты знаешь Лютикова? А ты? Ну, ты, Ромка, знаешь? Знаю. Какой? Это который по деревне ходит. Он на шпиона похож. На шпиона? А какие шпионы, по-твоему? Молодец, Ромка. Только такие шпионы дураки бывают. Слушай, найдете, значит, Лютикова и скажешь. Вас, гражданин Лютиков, дядя Аниськин вызывает к себе. Понял?
Ну. Как скажешь? Вас, гражданин Лютиков, дядя Нилькин называет псих. Правильно. Отдашь ему вот эту бумаженцию. Да? Ну, идите. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500. Что это? Девочку, ах? Здравствуйте. 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 А это кто? Владимиров. Ага. Можно? Да, пожалуйста, пожалуйста, Федор Иванович. Яков Власович, я смекаю, что ваше предложение проверить ребячью дружбу надо принять. А? А комсомол что думает? Думаю, что это ребят забеспокоит. Я сегодня приглашаю родителей на собрание. Да? Всех? Всех. А может быть, кто посмекались все? Дело щепетильное. Угу. Ну что же, Аня, учтите. Да, Федор Иванович, а кто будет выступать-то, вы или я? Так что ж, а мы это сейчас обсудим. Ну-ка, Аня, дай-ка мне бумаженцию. Здравствуйте, товарищ Анискин. Здравствуйте, гражданин. Ваше распоряжение выполнено. Я принес все книги, принадлежащие лично мне. А ну-ка, ответьте мне на такой вопрос. Что с часу до двух? То есть в данный момент у геологов обеденный перерыв? Перерыв. Перерыв. Понятно. Значит, вы не обедали? Нет, конечно. А вот в тюрьме на этот счет строго. Завтраки, обеды и ужины все по часам. Возьмите чемодан. Федор Иванович, а вы не боитесь совершить судебную ошибку? Кассиршу ограбили школьники, а вы подозреваете? Ну, по крайней мере, подозревали меня. Теперь-то вы понимаете, что вы ошибались, товарищ старший лейтенант? Гражданин Лютиков, берите чемоданы и несите за мной. Поставьте сюда. Так. Судебная ошибка, говорите? Сами знаете. Да? Тогда у меня к вам вопрос первый. Вы, гражданин Лютиков, в письменной форме предупредили милицию, то есть меня, о том, что геолог Апанасенко ограбил кассира. Да, молчите, я понимаю. Теперь известна эта клевета. За эту клевету вы будете отвечать. Так, ну, другой вопрос. Кто руководил малолетними преступниками? Не знаете. Ими руководил взрослый, опытный. Я повторяю, опытный человек. Опытный. Опытный. Значит, вы со мной согласны, что опытный. Тогда возникает третий вопрос. Кто в нашей деревне прочитал больше десятка, даже несколько десятков уголовных книг про шпионов и жуликов? Ну-ка, откройте чемоданчик. Кто прочитал все эти книги? Ну, я прочитал. Молодец. Хорошо, что признаетесь. Ух ты, скажи, пожалуйста, разбойник Чуркин. Ай-яй-яй-яй-яй. И с картиночками даже, смотрите, какая картиночка интересная. Лес, луна, ночь, ограбление. А? Научно-популярная картиночка. Я вас давно раскусил, гражданин Лютиков. Это вы нарочно клеветали на честных людей, чтобы не мешали вам готовить ограбление лесосплавской кассирши. Вы что, серьезно? Да, вот так вот.
Вот по этой, значит, причине вы можете быть свободны до 13:00 завтрашнего дня. У меня в это время обед. Да, что делать? Интересы дела требуют, чтобы расследование вашего преступления пополнились дополнительными данными, так что придется вам поработать на пустой желудок. Идите. Лютиков, в тюрьме... Что вы говорите? Что я говорю? Я говорю, в тюрьме все по часам. Завтрак, обед и ужины. Идите, Лютик, выйдите. В 2:00 на авеню 16 был обнаружен труп молодой, хорошо одетой женщины. Интересно. Черт побери. За что же ты его укокошили, а? Ах ты, черт. Кто там? Анискин. Принесло. Обождите, я одеваюсь. Иду. Запираешься? Боишься? Столь кого? Я на тебя по гроб жизни злая. А это напрасно. Я вот зла не имею. Вот, например, сейчас. Я гляжу на тебя и думаю. Ну что же такое получается? Красивая женщина. Да ведь Верочка красивая. Ох, красивая женщина. И в таком сиротском платье ходишь. В то время, когда у Дуськи в магазине замшевый костюм лежит. Понимаешь? Какой замшевый костюм? Это то, что 180 рублей стоит. Вот тот самый. А ты знаешь, на рынке сколько стоит этот костюм? Слушай, Анисик, да. Это что ж получается? Значит, Дуська на базе получила не 3 костюма, а 4. Слушай, Вера Ивановна, это просто достойно удивления, как ты все сразу догадываешься. Нет, тебе надо в милиции работать. В милиции тебе, дорогая, надо работать. Вот так вот. Ну ладно, значит, задаем следующий вопрос. Тебя соседи не обижают? Не обижают. Меры противопожарные соблюдаешь? Соблюдаю. Хорошо. Так. Значит... Трубу прочистил от сажи? Прочистил. Хорошо, молодец. Самогон гонишь? А? Ну, верю. Ну что ж, тогда я пошел. Нет. Ты погоди. Ты что про замшевый костюм сказал? Он бы мне очень пригодился. Ничего я тебе больше, Вера Ивановна, не скажу. А я тебя не выпущу до тех пор, пока не скажешь, есть у Дуськи в магазине костюм или нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Металлическая ты женщина, Вера Ивановна. Из тебя подковы хорошо делать. Я один раз говорю, второй раз уже не повторяю. Так что бери у мужа деньги и иди покупай замшевый костюм. Верка, ну чего тут делаешь? Ты чего потеряла? Я тебя, Дусенька, жду. А ты почему отираешь сегодня материальных ценностей, а? Ящики ведь тоже денег стоят. Я не отираюсь, солнышко. Евдокинюшка, миленькая, у меня к тебе такая большая просьба, уж такая большая, что и слов не найти, касатушка. Да ты не стой, ты меня в свою квартирку-то пропусти. Я ведь изо всех сил тебя уважаю. Ой, ты так шибко сладко поешь.
чему бы это, а? Ну, пойдем. Как богатые люди-то живут. Тут тебе и сервант, тут тебе и красивая кушетка. Ой, а какой красивый платье на стуле висит. Ты в нем, наверное, красавица из красавиц. Ох ты, лиса, ну и лиса, Верка. Только я тебе не ворона. Качай балабонить, дело говори. Если за водкой пришла, вертайся обратно. Мне под уголовное дело подходить нет резону. От тюрьмы до отцу не отказывайся. Это ты к чему? А к тому, что хочу замшевый костюм купить. Какой это еще замшевый костюм? А тот, что 180 рублей стоит. Тю, да ты сдурела, Верка. Я все эти костюмы давно продала. Ой, не все. Не все, рыбочка. Ты же 4 костюма на базе получила, а 3 продала. Так где он четвертый-то, солнышко? Ну вот что, на квартире я не разговариваю о товарах. Ах, не разговариваешь. Ну так вот что, родненькая. Если ты мне сейчас не принесешь 4-й костюм, я лягу у порога твоего сельпо и такой крик подниму, на всю деревню опозорю. Скажу, что ты 4-й костюм продала налево и заработала. Я? Я так думаю, гражданка Касая, что ты этим костюмом подавишься. Он тебе поперек горла встанет. Тебе и твоему мужу. Миллионщику. Что, испугалась? Побледнела? Еще узнают, откуда у него такие деньги. А откуда ему миллионщику-то быть? Разберутся, разберутся. Не беспокойся. Давай деньги. Господи, да что же это делается-то, а? Это, говорит, миллионщик. Забирай костюм и вали из моего дома, чтобы духа твоего здесь не было. Миллионщица. Товарищи родители, и даже, как я вижу, дедушки и бабушки, я хочу вам сказать, что наше государство богатое. А? К чему это я говорю, что наше государство богатое? А к тому, что вот ограбили кассиршу, а аванс вам все-таки уплатили. Вот я сейчас проходил по переменке и видел, товарищ Еремеев, как твой сын Борька с удовольствием уплетал бутерброд с колбасой и даже с котлетиной. Почему это вы, дядя Низкин? Как чего? А разве не понятно? Непонятно. Ах, непонятно. Вот что. Значит, сплавский народ. Непонятно, что говорит о Низке. Тогда мы попросим Яков Ласовича. Он по понятии скажет. Давай, Яков. Товарищи, ну, вы, несомненно, заметили, что здесь собрались только работники сплавного участка и их родственники. И поэтому мы решили обратиться к вам за помощью. В школе произошло большое несчастье. 2 учащихся сознались в ограблении кассирши. Да, и хотя мы знаем, что причины были иные, чем желание овладеть деньгами, но они боятся сообщить имя своего старшего сообщника. И нам думается, что мы можем заставить Петра Панасенко и Виктора Матушкина заговорить, используя присущее им чувство коллективизма, товарищества, мальчишеской дружбы. Яков Иванович, да? Нельзя ли поближе к делу, а? А, пожалуйста, пожалуйста. У нас есть к вам конкретное предложение, которое мы хотим обсудить. Пожалуйста, Аня. Ну, это вы знаете, Аня, наша старшая, да, тренер, да, вожатая.
Товарищи родители, мы обращаемся к вам с необычайной просьбой. Вы должны, ссылаясь на то, что, мол, в связи с ограблением кассирши, вам не было выплачена зарплата, и что... Все понятно. Словом, они думают, что Петька Апанасенко не стерпит, когда узнает, что мой Борька и ваш Костька все перемены болтаются без завтраков и котлетины. Верно я говорю? Совершенно правильно. Ну вот, видите. Мы верим в душевную чуткость Петра Апанасенко. Но, товарищи родители, наш план может осуществиться только при строжайшем соблюдении тайны. Во-во-во-во. Вот она правильно сказала. Товарищи родители, бабушки, дедушки, если кто проболтается, все пропало. Ну что ж, мы согласны? Согласны. Давай, дядя Аниськин, действуй. Ну, вот такая история. Брось ты валять комедию. Как прикажете, товарищ прокурор. Если б ты знал, Федя, как я устаю от тебя. Мне, наверное, легче баржу с мукой разгрузить, чем иногда с тобой разговаривать. А ты зачем со мной разговариваешь? Тебе не надо со мной разговаривать. Ты прокурор, ты должен молчать и молча подписывать ордера. А разговаривать, если хочешь, я за тебя буду. Максимушка, ты знаешь, я наловчился, так хлестко говорю теперь. Ты мне подпишешь ордер на обыск, а? Смотри, что ты натворил. Следователя не вызвал, мальчишек отпустил. Ну, чего ты на меня смотришь? Я прокурор, я обязан все знать. А вот теперь собираешься делать обыск у человека, явно не имеющего отношения к делу. Интересно, что ты будешь говорить, когда не найдешь деньги, а? На пенсию уйду. Я за свое, ему уж сто раз от тебя слышал, уйду на пенсию, уйду. Ей-богу, надоело. Вот, во-во-во. Вот, Максимушка, золотые слова. Тебе надоело, ты садись, подписывай ордер, я отсюда уйду. Ты хоть уверен, что найдешь деньги? Отвечай, как на духу. Хорошо. А что, если этот тип догадывается, что ребята долго не вытерпят и расскажут? Удерет? Удерет. Если я не найду деньги, значит, я плохо знаю людей. Даю тебе честное слово, сниму погоны. Ах, значит, снимешь погоны и рыбу пойдешь ловить. А может, еще чем-нибудь интересным займешься. Рыбу ловить — это хорошо. А меня возьмешь с собой? Это с каких пирожков? Вот с таких пирожков. Но если ты не найдешь деньги, мне тоже одна дорога на пенсию. Спасибо за доверие, товарищ прокурор. Можете не волноваться. Рыбу будем ловить вместе по выходным дням. Вера, а что это такое? Картошка с мясом. Не видишь, купи очки. А где же мясо? А там же, где деньги. А между прочим, в деревне говорят, что ты миллионщик.
А ты чего, Ромка, с нами прешься? Ты же во второй смене учишься. А мне Юрка Клебанов должен 25 копеек. А он в первую смену учится. Ребят, вот никак понять не могу, чего мать говорит, в доме денег нет, отец в воскресенье мотоцикл с коляской берет. Вот здорово, кататься будешь, Ромка? Кататься — это кататься. А вот я все думаю, чего мамка бедной прикидывается, а завтра в клубе «Черного принца» крутит. Если мамка денег не даст, пропали. А ведь правда, Ромка, чего это они все бедными прикидываются? Нет, здесь дело такое, что все обмозговать надо. Дети, к следующему уроку приготовьте географическое положение и границы СССР с 4 по 6 страницу. Урок окончен. Люба, ты яблоко хочешь? Хочу, спасибо. Когда Фантомас играете, меня не берете? А я сегодня из-за вас без мороженого остался. Денег мне не дали. Ну чего ты орешь? Ведь криком ты не поможешь. Может быть, он действительно денег не брал. Ну чего он тогда? Дожди, дай ему. Хочешь? Не хочу. Дай. Да ладно тебе, на, бери. Не берет. Гордый. А я не гордый. Что ты на меня так смотришь? Пить, сплавконторские сегодня почти все без завтрака. Питя, у тебя могут быть большие неприятности. Ты лучше сознайся, если виноват. Совсем чокнулись. Еще с уроков ушли, теперь им попадет. Идем. Далеко собрались? Ну, ругайте нас. Нет, я ругать не собираюсь, пожалуйста. Ребята, пойдите-ка на минуточку. А вы к тому же еще и трусы. Как вы думаете, почему это произошло? Понадеялись на человека, который потерял чувство ответственности перед коллективом, перед самим собой, перед семьей. И мы потеряли чувство ответственности перед товарищем, с которым вместе работаем, бок о бок. Ведь были же случаи, когда Василий Апанасенко приходил на работу выпивши. Были. А мы что? Проходили мимо, не замечали деликатно. Слова не сказали. Не предупредили, не потребовали, наконец, прекратить пьянство. И вот результат. Теряем человека. Хорошего специалиста теряем. Не думал я, что
что в такой напряженный момент мне придется стыдиться за Василия Апанасенко. Запятнал он нашу трудовую честь, подвел свою бригаду. И за сыном он не доглядел. Что теперь с парнишкой-то будет? Вы извините, что я говорю об этом, будет вам больно слушать. Но неужели вы сами не понимаете, что это следствие вашего образа жизни, ваших выпивок, вашего невнимания к воспитанию сына? Ну ладно, мы коллектив, товарищи, с которым вы работаете, мы вроде бы чужие люди. А это же сын, сын, наследник. А что вы ему дарите в наследство? Какой пример вы, отец, показываете сыну? Прости меня, сынок. Молчишь? Ты от меня слез не дождешься. Я не плакала даже, когда после войны в детдом попала. У меня тогда и 6 лет не было. Легко мне было одной поднять тебя на ноги. Знаешь ведь, как я на 3 работах уставала. А по ночам еще шила для соседок. У твоего отца ни копейки не брала. Никогда не возьму. Все для тебя делала. И вот получила награду. Вырастила себе помощничка. Я так тебе верила. Спасибо, сын. Есть один только выход, Петруха. Надо идти к Анишкину. Надо. Ты сам почувствуешь, как с тебя спадет что-то. Больше так жить нельзя. А жить надо. По-новому, Петруха. Но жить. Я больше не могу. Не могу я больше, Петька. Не могу. Ребята не пришли. Не пришли, ребята. Приток Оби. Иртыш.
Ребята, какая есть хищная рыба, оканчивается на... Щука? Щука. Нет, щука не выходит. 5 клеток. Акула. Акула. Правильно, Петька? Ох, Петька, ох, Петька, все знает. Акула. Ребята, а я ведь знал, что вы ко мне придете. Ну? Деньги взяли мы. Мы знаем, где они. Пишите протокол. Мы все скажем. А почему работаете сверх положенного времени, товарищ продавец? Чтобы этих безобразий я больше не замечал. Да я уже было закрыла магазин. А тебя Шура мыло попросила. Дорогой, пеленочки постирать нечем. А, пеленочки постирать, да, дело другое. Дуся, покажи-ка мне вот эти штучки вот. Ну-ка, скажи, пожалуйста, а, какие красивые сережки. Бижутерий. Ах, бижутерий. Я думал, сережки. Нет, ну это теперь так называется. Да? Ну-ка. Слушай, Дуся, вот возьми вот эту бижутерию и ну-ка, прикинь к уху. Это 4.50 стоит. 4.50, ну это вот. Ничего. А что, хорошо? Хорошо? Хорошо. А ты для кого это, а? Тут есть у меня одна на примете. Ах, Аниськин, ну Аниськин. Ну, Дуся, кто не без греха? Так вот, заверни мне сюда носовой платочек в уголок, чтобы я не забыл. Ну, это 4 с полтиной. Три, четыре. Так. Так вот. Ну, не потеряй. Ну, еще бы. Слушай, Дусь, а у меня тоже тебе подарочек есть. Я был в райцентре. Тебе за твою отличную работу на базе замшевый костюм оставили. Вот тут накладная, выкупай и носи. Ой, спасибо, Аня. Ну вот. Прощавай, работник советской торговли. Геннадий Николаевич, милости просим. Для всего прочего народа магазин закрыт, а для вас всегда, пожалуйста, заходите. Здравствуйте, Геннадий Николаевич. Добрый день. Вы что же, значит, Евдокия Мироновне новую частушку принесли? Похвально, пожалуйста. Благодарю вас. Вот так вот. Ну, что ж, будьте здоровы. До свидания. Да. Значит, как же получается? И когда ты, друг Аниськин, этих жуликов найдешь, а? Так, что ли? Ха-ха-ха. Молодец, молодец. Здравствуйте, Евдокия Мироновна. Здрасте. Вижу, письмецо получили. Получила. Только не про вас. И не для вас. Евдокия Мироновна, если бы вы знали, что делается в груди артиста, когда на дворе бабье лето, не будете ли вы так любезны, чтобы подать мне вот эту гитарочку? Я ее на звучание проверю. Пожалуйста. Только частушки про Анискина я больше петь не буду. Ах, Евдокия Мироновна, разве вы не догадываетесь, почему я начал играть на гитаре? Артист чуткой душой уловил, что вам наскучил аккордеон. И вот... Я остался ждать привета, ждать привета твоего. Наступило 3-е лето, получил я 3 привета, за 3 лета 3 привета, ну а больше ничего, за 3 лета 3 привета, ну а больше ничего. Ой. Как вы себя красиво выражаетесь, Геннадий Николаевич. Ну, спасибо, мать. Теперь пойду деньги получать, которые взяли у сплавконторской кассирши.
О, черт возьми, совсем было забыл. Ведь тебе подарок полагается, понимаешь, за ценное твое сообщение насчет протокола. Ты все какую-то ерунду в ушах носишь, а я тебе сережки купил. Красивые. Вот смотри, на, заслужила. Ладно, и бежи, терпи. Черт. Спасибо. Ну ладно. Вот мы с тобой в кино пойдем, я их и сдену. Ты вот чего одет. Да. Ребятишек побереги. Может, обойдется там дело-то. Значит, тюрьмы или там колонии. Опереди. Давай, шагай себе, дядя Минский. Ну вот, поезжай и возьми картину такую, чтобы... Посерьезней, что ли? Во, посерьезней, а то Анискин придирается. А Анискин тут как тут. Здравствуйте, Федор Иванович. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте, Григорий Петрович. Здравствуйте. Слушай, ты ненароком не в райцентр едешь? В райцентр, в кинопрокат. Слушай, ягодка ясная, отвези меня, понимаешь, в райцентр. Сегодня начальство позвонило, чтобы я срочно был, а у меня коломага моя сломалась. Отвези на своем шикарном мотоцикле. Так о чем речь, Федор Иванович? С удовольствием прокачусь с вами до райцентра. Только обратно-то я не вернусь. Так обратно мне кто-нибудь довезет. То есть как это не вернусь? А он что, уходит от нас, что ли? Как? Да нет, я просто задержусь, мне маму нужно проведать. А, маму? Это хорошо. Только я прямо сейчас еду, Федор Иванович. Так я готов. Так поехали. Ну что же. Молодец. Ну, просто золотой человек. Да, ну, что бы я без него делал? Просто не знаю. Всего хорошего. До свидания. Пошли, дорогой. Счастливой, так сказать, дороги. Понимаешь, на каком-то гвозде сижу. Колит. Посмотри, ради бога. А ну, подзвони. Да, вот. Вот так. Нет. Нету. Нет. Да. Тогда позвольте вам сообщить, гражданин, что вы арестованы. Не время шутить, Федор Иванович. А я не шучу. Я совершенно серьезно. Пойдемте, пройдем в мой кабинет. Прошу. Проходите, проходите, проходите. Здравствуйте. Товарищ капитан, арестованный киномеханик Голубков доставлен. Следователь районного отделения милиции, капитан Катюшин. Товарищ капитан, разрешите продолжать следствие? Пожалуйста, Федор Иванович. Садитесь. Спасибо. Можете снять свой шлем. Он теперь ж вам вряд ли скоро пригодится. Вы без шуток просто не можете, Федор Иванович. Можно закурить? Спасибо. Несовершеннолетняя Панасенко. Подойди сюда. А Панасенко, я прошу, повтори свои показания. 26 августа киномеханик сказал, что мой отец устроил в райцентре пьяную драку. Голубков сказал, что ему могут дать 3 года тюрьмы. Сколько? 3 года. Так. Но его можно спасти, если выкрасть протокол. Что сделать? Выкрасть протокол. Выкрасть протокол? У кого? Спросила я Голубкова. И он сказал, что протокол повезут в сплавконторском газике. Мы про деньги ничего не знали. Мы Петькиного отца спасали, а вот он нас обманул. Никакого протокола в сумке не было. Там только деньги лежали. Несовершеннолетний Матушкин? Ч-ч-ч-ч-ч. Не нарушайте порядка. Сядьте. Апанасенко, продолжайте.
А Витька правильно сказал. Мы думали в сумке протокол на отца, а там деньги. Голубков их взял себе, а нам сказал... Что он сказал вам? Что подкинет их. Или отнесет в милицию и скажет, что нашел их. А нам сказал, чтобы помолчали, иначе нас всех арестуют. Товарищ капитан, я прошу обратить на мои слова самое серьезное внимание. Вот то, что здесь происходит, вот все это гнусная клевета. Ну что, товарищ капитан, все ясно? Да, садись. Ну что ж, идемте. Дядя Анискин, можно сказать? Да, пожалуйста. Дядя Анискин, он ведь нам сказал, что Петькиному отцу поможет. А мы его выдавать, да? Ну, продолжай, продолжай. Мы ждали, когда он деньги вернет, а он... А теперь над нами вся деревня насмехается. Панды называют. Ах, вот оно что получается. На деревню обиделись. Деревня обижает невиноватых. Нет. Нет, мы виноваты. Ах, виноваты все-таки. А где же ваши головы были? Ну вот что, пойдите в школу, поговорите с товарищами, с ребятами. Они рассудят. И, может быть, вам поверят. Хотя, Петька, доверие, это еще заслужить надо. Мы постараемся, дядя Анискин. Будем делать, гражданка. Откройте-ка вот этот большой сундук для обыска. Не открою. Вы не имеете права. Имею. У меня есть разрешение прокурора на обыск. Пожалуйста. Ой, ой, миленький. Ой, голубчики мои. Что же ты делаешь-то? Действуйте. Родите. Ну-ка. Не дам. Не дам. Что делать? Ломай, ломай. Не дам вам от сундук! Не дам вам от сундук! Не дам вам от сундук! Я сама, сама открою! Сама открою! Сама! Вот они, вот они. Но все равно половина денег мои. При разводе, когда разводиться будем, все равно суд покажет, что половина денег мои. Чего ты орешь? Мои. Дура. Они все твои. Я к ним никакого отношения не имею. Ну ладно, не орите, сядьте. Возьмите его. Что? Да фантомасился, гражданин. Не удалось удрать. Яков Власович, что же это получается? Ведь раньше мальчонки-то, они в Чапаева или в красных дьяволят играли, а теперь фантомаса. Нехорошо получается, нехорошо. Товарищ капитан, я думаю, что механик хитро все придумал. Ведь он как думал? Я, значит, мальчонкам голову фантомасами вскружу, на преступление их, значит, подвину, деньги схвачу и все. Они мальчонки, малолетние, несовершеннолетние, им больше колонии не дадут, а? Товарищ капитан. Ловкач. Как вы думаете, Яков Власович? Я сегодня долго беседовал с ребятами. И вот что выяснилось. Что ни Петр Апанасенко, ни Виктор Матушкин не понимали, что они совершают уголовные преступления.
Да, если ребят арестуют, на мою голову обрушатся громы небесные. Ну, гром небесный я переживу. Но ведь Виктор и Петр в колонии могут угодить. Игорь Владимирович, вот вы человек ученый, академию кончили, все законы знаете. Вот скажите нам по секрету, какую меру пресечения мальчишки могут получить? Ну, райсудья вашего участка женщина толковая. Ничего без внимания не оставит. Поживем, увидим. О, черт подери! Какая неувязка! Я на 13:00 вызвал геолога Лютикова. Понимаете, он из себя добровольного детектива строит и на всех кляузы строчит, а его черта до сих пор нету. Товарищ капитан, одну минуточку. Вы знаете, это два чемодана. Это все лютиковские детективы. Тут у него и про жуликов, и все есть. Вы что же, изъяли у Лютикова все эти книги, чтобы охладить его детективный пыл? Точно! Чтобы охладить его детективный пыл. Товарищ старший лейтенант, подозреваемый по вашему вызову явился. Кто это? Не узнали. Я, Лютиков. Лютиков? Что за черт? Первый раз в жизни не узнал. А ты почему опоздал, Лютиков? Нефть пошла! Где? У нас. Врешь? Да ей-богу не вру, посмотрите сами. Чья вахта? Наша. Апанасенко. Апанасенко? А, ну-ка давай. Давай отпечаток руки. Зачем? Нет, давай. Вот так, вот. Крепче давай. В музей пойдет. Вот так, вот. Ага. Вот так. Вот она, первая нефть в нашем районе. Наконец-то, а? Как книжка, Федор Иванович? Да чего же лихо? Что, лихо? Лихо. Лихо. Вам, товарищ геолог, техническую литературку почитать. Понимаете, цены бы вам не было. Понятно? Ну, теперь понятно. А я ведь не ошибся в тебе, Василий. Нет. Я ведь за тобой с той самой секунды сильно внимательно слежу, как ты пить стал. И ты, конечно, не обессудь меня, что я разбор тебе делаю. А если сказал, что не так, обидное, ну что ж, извини меня. Это что? А ты знаешь, я тебя, Федор Иванович, уважаю. Лихо. Ох, лихо. Лунною тропою на сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу. Тихо сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу. Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие нежные напевы почему-то прямо в сердце.